Доброе утро, с вами Югра Онлайн. Расскажу, что интересного происходило в югорской сети на этой неделе. Сначала новости. Итак, в Югре в 2020 году появятся новые авиарейсы. Из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Казань, Курган и Красноярск. Вартовчане смогут улететь в Омск, в Пермь, Бугульму и опять же Красноярск. Из Сургута рейсы будут во все те же самые города, плюс еще Челябинск. Из Нягани можно будет попасть в Екатеринбург и Тюмень. Как я считаю, это очень хорошо, потому что не нужно трястись на поезде. Это быстро, это круто. Я считаю, это лайк. А теперь перейдем к видео. Поставим лайк на видеоподборку, которую я нашел на этой неделе. Если нет возможности ехать на горнолыжку, делай трамплин себе во дворе. И вот из-за таких видео на юге думают, что у нас нефть из крана течет. Новый челлендж. Катюша гуляет по Югре. Участвовать может каждый. Вышел на улицу и нет-нет, да встретишь оленя. Просто прекрасная музыка. Слишком жестокий способ передать привет. Поклон вам до земли за такое. Присылайте ваши видео, делитесь с друзьями и не болейте. Хороших вам выходных и гору лайков.